Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. С помощью специальной программы мы умыли звезд. Как выглядят 6 знаменитостей без макияжа. Что только не делают со своей внешностью наши известные российские красотки. С помощью фотошопа укорачивают носы, стирают морщины, увеличивают губы, убирают целлюлит и так далее и тому подобное. А давайте мы попробуем преобразить их лица в фоторедакторе, смыв яркий макияж. Конечно же, любая женщина с помощью макияжа выглядит ярче, лучше. Вот и посмотрим, как выглядят знаменитости без него. 51-летняя Лера Кудрявцева и без тонны косметики выглядит неплохо, хотя весь мейкап компьютеру так и не удалось смыть с лица густо наштукатуренной телеведущей. 47-летняя Яна Рудковская без макияжа выглядит немножко старше своих лет, а может, известному продюсеру и действительно больше годков, ведь многие женщины любят слегка преуменьшать свой настоящий возраст. 51-летняя певица Кристина Орбакайте особо не злоупотребляет косметикой, поэтому и без нее она выглядит очень даже хорошо для своих лет. 42-летняя Анна Семенович без макияжа похожа на обычную тетю с улицы, а не на звезду российского шоу-бизнеса, тем более с такой прической и с такими кудряшками. 37-летняя актриса Мария Кожевникова в силу своего, можно сказать, еще юного почти возраста выглядит чудесно и замечательно, даже без грамма косметики. Давайте скажем честно, 40-летняя Ксения Собчак, конечно, женщина очень умная, но что же касается внешности, то тут, как в известной песне, ты не накрашенная, не очень красивая и накрашенная. Еще раз извиняемся перед Ксенией Анатольевной, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу, понравился ли вам такой эксперимент или нет. Но еще раз хочу сказать, все женщины красивые и без макияжа, и с ним. Всем удачи, всего вам самого доброго, всего самого наилучшего. До новых встреч и всем пока-пока.